Пермский край пришла корь. В краевом центре зарегистрирован первый случай заболевания за последние 2 года. Корь подхватил непривитый 2-летний ребенок. Сейчас мальчик здоров. Как нам удалось выяснить сегодня, в связи с этим в Березниках дополнительных мер не предпринимается. Работа по профилактике заболевания идет в штатном режиме. Пермские теплоэнергетики наняли коллекторов для взыскания долгов за отопление. Только в Перми и Березниках 9 тысяч человек задолжали более 630 миллионов рублей. Работа с должниками будет вестись в рамках действующего законодательства. О долгах напомнят жителям всего края. Май в этом году будет теплее, чем в прошлом, прогнозирует гидрометцентр. Однако этот месяц будет таким же непредсказуемым и капризным, как и апрель. Так что столбик термометра непременно еще попляшет. Новости коротко подготовила Елена Суханова.